Ленский конно-спортивный клуб «Аргамак» ежегодно готовит зрелищные театрализованные постановки с захватывающим сюжетом и элементами джигитовки. Насколько трудно научиться этому искусству, узнавал Дмитрий Вильчевский. Однажды любовь к верховой езде привела Сергея Тунгушпаева к созданию в Ленске конно-спортивного клуба «Аргамак». Я завел первых лошадей в начале 2010-х годов. Это были поначалу местные лошади. Потом я понял, что для того, чтобы развиваться, чему-то научиться, стал приобретать спортивных лошадей. К этому времени, к 2010 году, у меня уже были вот основные постройки, уже были конюшни, был манеж и, в общем-то, было видение того, что мы хотим. Сегодня в клубе все лошади спортивные и требуют особого ухода. Питание не менее 7 раз в день, для отдыха обязательно комфортные стойла с доступом воды и достаточным количеством пространства. Перед каждым занятием питомцев тщательно начесывают, перематывают колени и подпиливают копыта. Тренировок много, лошадь должна быть готова, чтобы не травмироваться. Отработка всех видов верховой езды проходит в тренировочном манеже. Голочка засчитана! Игра в гандбол для участников клуба – развлечения. Тренировки куда более сложные. В приоритете прыжки через горящее препятствие и отработка зрелищных трюков джигитовки. Прежде чем воспитанник научится выполнять элементы и начнет уверенно чувствовать себя в седле, ему приходится много стараться. Таким примером является воспитанник клуба «Аргамак» Евгений Лапин. По его умелому исполнению казачьих движений и уверенной езде, даже не верится, что парень занимается джигитовкой около полугода. Выполнять, конечно, сложно. И вот когда вот учишься даже, ни разу не было такого трюка, чтобы без падения научиться. Вот любой вот трюк, вот абсолютно, мне кажется, делается с падением. Ежегодно юные джигиты радуют ленчан театрализованными постановками, захватывающими дух трюками и необычным сюжетом. Декорации и сценарии они полностью придумывают сами. И сегодня спортсмены вновь готовятся к выступлению. До конца лета горожане смогут увидеть яркое шоу с участием грациозных животных и умелых ленских джигитов. Дмитрий Вильчевский, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край».